сейчас. Стой на месте, стой там. Подожди, стой там, стой там. Get back. Get back. Убери лучше, убери. Отойди, отойди, отойди. Блин, у меня только такая маска осталась. За своего примут. Свою примут. А татуировку видно? Да, вообще. Да, видно. Пачки, я ничего не вижу, а. А ты маску под низ очков сделай. Не, на нос надень и как бы очки выше маски. Ну, поверх маски, точнее. Ты про этот? О, ништяк. Блин, на самом деле, вообще сейчас эмоции переполняют. Вспотел, потому что так ходить, это очень прикольно. Очень странно. Алло? Это Кирилл, да? Нет. А кто тогда? Игорь. А, все, извините. Знаю. Голос какой-то странный, да? Пипец. Слышал, он с акцентом сказал, да? Сейчас вообще я слышал, что в центре очень сильная шумиха по этому поводу. И, ну, типа, возле галереи вообще на Невском проспекте. Да, я тебе показывал, что видосы топор опубликовали. Да, 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 кстати, вообще отлично. Это новости, да, еще топор. Прям самое крутое, что когда опубликовали новости в топор, сразу появились люди, которые стали на нашу сторону. Очень много прям, даже больше, чем вот тех чуваков, которые против. Было бы возможно, мы бы передвигались на бронированных лимузинах. Или вообще, я не знаю, кортежем. Сейчас я стараюсь как бы не гулять поздно. Мы решили, я не скажу, куда поехать. Маскировка в стиле Моргенштерна. Я какой-то чувак написал, что типа спалил мой адрес, спалил данные. У тебя уже 7 заказов. Короче, нашли уже семью, а? Мне кажется, запугивает жестко. Думаешь? Ну, я не знаю. Крупная информация просто. Да. Интересно, он... Не очень любил большое скопление людей, а сейчас максимально мне, короче, мне очень нравится здесь находиться. Короче, слышь, мне друг написал, что они сейчас, куда я еду, в ТЦ, короче, на этой улице, их дофига, короче. Ну, я сейчас попрошу, короче, фотку. А если ты, короче, попробуешь на разведку сходить, а? Давай. Короче, ребят, ко мне сейчас подошел мент. Я не успел заснять. Он так вот снимает с меня маску, говорит, ты тиктокер, а? Я говорю, нет, он такой, ладно. Там рядом таджик, короче, стоял, а? Да ладно. Мент только что сейчас, а? Да ладно. Ты что думаешь, а? Видели, он его шмонал. Наверное, они охотятся за мной, а? И полицейские, кстати, да, его помогают. Их помогают? Да, да, возможно. Они ничего не сделают. По сути говоря, это ничего не нарушит. В капюшоне? Да, да. Вот он, короче, на трудную фотку. Так давай к нему подойти, а? А может это опасно? Нет, на вас оставлять будут. Да-да-да, конечно. А ты откуда сам? Я с Узбекистана. А, с Узбекистана? А ты в курсе, что за история у него сейчас происходит? Нет. Нет, ну ладно. Нет? Нет? Я не слежу, ну подписан. Ну и не смотрю. Понял. Ну и не надо. Ты можешь подписаться у него в телеге. Короче, он поцеловал таджичку. Очень много таджиков пишут, что его хотят найти и так далее. Для нас тоже такой классный, но это не повод... всем мне нравится. Да. Я думаю, не повод избивать человека, правда? Да. Ладно, ты классный очень, давай, удачи тебе, береги себя, давай. Давай. А мы уже думали, что сейчас разведчики пишут. А? Разведчики. Представь, реально шпион, а? Кто-то даже взял с собой. Покажи. Лучше уебать, это сейчас получится. Уходить, да, надо? Нет, да. Ладно. И не надо, а что уже, что информация? Есть... А что там, что говорят вообще в целом? Ну, некрасиво ты поступил. Некрасиво ты общаешься с девушкой. Это шутка, понимаете? И... Я это понимаю, но не все это понимают. Это неприятно со стороны выглядит. Подойди, подойди. Если вы здесь будете бегать. Стой на месте, стой там. Подожди, стой там, стой там. Убери камеру, стой там. Убери камеру. Стой там, нет. Стой там, вот на дистанции. Убери камеру. Хорошо. Не бойся, мы тебя не трогаем. Стой здесь. Камеру убери. Он подошел, выставил кулак и хотел напасть. Убери. Не могу убрать. Целью самообороны. Алло. Стой на месте там. Что за вопросы? Вот для ямы так замуж. Убери камеру. Не могу, ты ко мне подошел. Да не бойся, в целях моей безопасности. Не трогай, да убери, а это общественное место. В целях моей безопасности я могу снимать везде. По закону. Давай за него выйду. Я же за него поговорим. Я о чем хочу говорить? Все. Не подходи. Стой там. Что? Какие вопросы? Публично оскорбляешь цели народа.
Я никого не оскорбляю. Я сказал, что я уважаю религию. Я уважаю людей. Я никого не оскорблял. Ты должен был посмотреть видео, которое я опубликовал. Внимательно посмотреть видео. Я уважительно отношусь ко всем религиям и ко всем людям. Ты блогер, ты все равно в обществе находишься. Тебя все равно поймают. Поймают за что? За то, что ты, блин, себя ведешь неадекватно, очень неадекватно. Ну, объясни, пожалуйста, в каком степени... Ну, камеры, ты, блин, не хватит, объясни, в каком смысле неадекватно. Не оскорбляй меня, пожалуйста. Давай поговорим. Тебе там кости ветер. Подожди. Что так камеру, вышло? Бери. Камеру, убери, бери. Убери камеру. Да, с ним говори. Я давай буду лучше камеру. Убери камеру, пойдем. Нормально. Get back. Get back. Убери лучше, убери. Отойди. 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 Снимай камеру. Сакися. Убери. Stay back. Стой на месте. Стой на месте, я сказал. Ты думаешь, я боюсь эту блядь? Нет. Слышишь, я его знаю. Вызови полицию, вызови полицию. Стой, я сейчас полицию вызову. А? Сейчас полицию вызовем. Стойте на месте. Стойте на месте. Нет, подожди. Стой, а? Стой, я сказал. Сейчас полицию вызову, а? Куда убегаешь, а? Стой на месте, сейчас полицию вызову. Не надо, не надо, не надо, не заливай, не заливай, не заливай. Сейчас. Стой. Стой, стой, белок. Да, да, да. Сейчас полицию вызовем, куда, а? Видели, как я, короче, лежа залил, упал, а? Прям, я упал, прям. Я там залил тоже голову, это пиздец. Этот прицел просто имба. Блядь, тебе приц, говно, у тебя стручивает. Да. Тебя стрелит, короче, да. Короче, вот его тоже знает, прям он звучит. Это этот пацан, который, типа, поцелуили по женщине, да? Базару зиру, но вы саб-зиру, пацаны. Это тиктокеры! Ты, блядь, тихо! Смотри реакция, вот он а говорит. У меня телефон зарезан. Ты тоже в камеру попаду, да, ебать? Да-да-да. Ебать, ты тиктокер, нахуй. Уходим, уходим. Уходим, сейчас они придут еще больше. Уходи, все, я уходи. Это безумие. Чистой воды, а. Ужас какой-то. Все, пойдемте. Куда мы едем? Заметили, что никто не вступился, нахуй. Всем похую, я охраннику похуй. Да, всем у меня камера в перце, это не страшно? Нет. Очков. Я у меня сейчас в глаза попал перец. Да? Сильно? Я тогда, ну я же прыскаю, тебя тестую на перец, да, тебя сразу в человека, а у меня ветер все это уходит. От этого серого, да? Я вот серого, а кого костет был, а? Серый. У серого, я прям, я серого посерый. Прям весь баллон влепил прям в него. Прям... А я как раз тот, который со мной пошел. Он даже руки вот так выставил, ему не помогло. Тогда забуялся, когда вот с ним разговаривал. Будешь знаешь, как с ним разговаривал? Так. Я вот так держал в кармане, короче, руку, чтобы что перец зарезать. А он мне, короче, вот так начал разговаривать. Он сказал, что, короче, это брат ее, и он хочет, чтобы удалили видос. Я говорю, что, мы не можем удалить видос. И плюс я, короче, задаю у него вопрос, а почему спасовал его? Ага. Он такой промолчал и все, и пошел к тебе. А представь, если это будет в во дворе, ты один будешь. Никто за тебя не заступится. Да. Никто, вот просто смотреть, а. Вот я же говорю, если бы мы сейчас во дворы тогда ушли, они ждали бы их. Ага. Нас бы тогда избили. Да. Короче, они в группах еще писали, короче, что Кирилл не трогаем, потому что он может заяву накатать. А, да? Да. Ну вот я. Ебать, ты хорош, как тебя зовут, Тимур. А? Потом телегу дашь, все пообщаемся, да, ладно, ты офигенно. У тебя перец, да, в глазах? Да. Короче, моргай, моргай, не три руками, я, надо либо молоко, либо кефир. Да не, нормально, нормально. Еще на ветру просто. Снегом нельзя? Нельзя, ни водой, ни снегом. Это вода, да. Не тереть вообще нельзя, тебе только моргать надо, если терпи. Просто терпи. Пиздец, я сразу зашел, короче, почувствовал это. У меня губа. Многие типа спрашивают, типа, что-то боитесь там, не боитесь там. Так а многие там в новостях же пишут, что ты дома сидишь, боишься выйти из дома. Да, мы не боимся выйти, мы спокойно гуляем. Мы вышли, да, поснимать. Да. И тут
напали, а мы стояли. При том, что мы им говорили, типа, стой, стой на месте, держи дистанцию, не подходи. Он не слушает, он не слушает и... Забоялись, это впервые. А ты меня поцелуешь? Давай. Ролик опубликовал, начали сначала гневные такие комментарии, парочку, угрозы начали поступать постоянно. Брат, тебя пи***ь. Кирилл шутер, они тебя разъебут, брат, нафиг ты это делал. Пацаны, короче, не надо вот с ним много болтать, короче, много комментировать в ее YouTube, короче, он из-за этого все деньги заработает. Лучше пожаловать, жаловаться хуй. Он не собирался ударять, потому что я не понял никакой вины за это. Девушка сама поцеловалась.